Я показывал вам, что вот эта коленная чашечка может вообще вот так вот. Когда человек к вам стоит фронтально, то у него открыта вот эта часть ближе к колену. Смотрите, колено — это очень уязвимое место у человека. Здесь берцовая кость ничем не покрыта. Ну и как мы уже видим, это стопа. Вот смотрите, вот чашечка, вот сустав коленный, который держится только на связочках. И большая берцовая кость, которая вот здесь показана, вот она открыта. Этим можно пользоваться, не имея даже никакой подготовки. Особенно болезненно это удары по берцовой кости. Можно наносить при ударах как ребром своей обуви, как и носком. Мы уже показывали, что когда вас пытаются ударить на улице, да, то у человека рука гораздо по длине меньше, чем нога. И слегка отклонившись, вы наносите удар в берцовую кость. И смотрите, человек открыт. И уходите. Теперь смотрите, это были удары. Но вы можете воздействовать, когда вас, допустим, вот вас прихватили, ваша рука спокойно достает до подколенного сгиба. И вы вот таким ударом скручивающим можете обрушить всю его конструкцию. Это показано было в ударе, а так можно просто нажимая сюда и сюда, пара сил, и человек падает. Потому что вот этот сустав очень подвижный. Я показывал вам, что вот эта коленная чашечка может вообще вот так вот выбиваться. Слегка отклонившись, я наношу удар в коленный сустав. И еще вот удар вот в эту часть, да? Он может наноситься, когда идет удар, и смотрите, моя нога как раз идет вот по квадрицепсу человека. И какое-то время он вас не сможет догонять. То есть я его ударил и ухожу. Пока он борется со своей болью, вы уйдете с места происшествия.